Все готово, запустил. Подхиливаем рейд. Косты также кликаем. Сбоку искра в печенье. Сдвигай, сдвигай, босс. Сдвигай, сдвигай, сдвигай. Тебе его вести до трусов. Вот, сейчас надо быстренько в трусы перебежать. И там его затаунтить, даже чуть-чуть дальше за трусы. Выйти за внешний круг, потому что у него фрейм большой. В течение искра подбирай. Забирай. Центру разбейте искру. Не води его, все, стой вот. Разбили искру? Разбили? Она пропала, да, она пропала. Заебись, блядь. Так, новая искра появляется. Она сбоку, в печенье в виде босса. Уводи, уводи параллельно в печеньку. Уводи его туда подальше. Не забываем кикать косты, ребят. Искра уже в трусах появилась. Ждем, пока она дойдет ближе к центру. Все, разбили искру. Все, новая искра. Новая, сейчас посмотрю. О, в звездочке. Переводи в ромбик. В ромбик переводи, босс. Разворачивай и в ромбик. Короче, я в центре просто постою. По фужу. Прохилили рейд. Чё на искру? Он сейчас сожрет ее. Нет. Хорош, 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 хорош. Еще раз, еще раз, еще раз. Стан ей дал. Все, стали сверху, бьем его. Пропало. Не-не-не, под ним прям, под ним, под ним, под ним. Под ним, под ним. Так, ну. Уводи, 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 уводи. Звездочку. Сейчас вот эту вот искру разбиваем и. Блять, как? Сфера, ребят, смотрите за ромбиком прям. Потом БР раздадим. Подвожу вам сюда искру. Все, разбивайте. Давай, Геру, хуярьте по ней. Просто хуярьте по боссу. Забейте на сферу. Просто по боссу. Я, если что, тут сверху уведу. Все, отлично. Шакит потом, как закончится Бэр Скофилда, Ники Потс, Бэр Лилхаммера, Гандир, Бэр Блэкдарк. Баллада, можешь сейчас гимн дать. Все, Бэры пошли. Ох, ох, ты звук, блядь, кого там нахуй, клинит, спасибо. Мелики точно так же, как и распределял. Череп, Юю, крест, вас, квадрат, Ризван, полумесяц, этот, Лил. Полбаф сделали мне, пожалуйста, по воку. По вару. Эти, уже не перебегайте. Дыхание, баллада, гимн на хп. Прям сейчас давай. Пой, 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 пой. Отлично, умничка.
Сков большой, перебегай круг, сдавай гимноман. Подбиваем потомков этих. С ними надо быстрее разбираться, ребят. Сков, готовишь гимн Пепу команде. Капустка в большой круг, гимноману. В большой. А, не, стойте. Сков пой. Все, отлично. Теперь перебегаем. Я уже увидел, я начал убегать, вижу глубокий вдох и назад. Полетел сразу. Играем по потомкам, ребят. Потомков активнее добивайте, блядь. Сука, нихуя без меня не можете, нахуй. Добили. Все отлично. Доста 4 минуты. Долго. В звездочку все побежали. За нее стали. Сейчас, блядь, не прослакайте нахуй со стаками, блядь. Поднялись и на макс рейндж за мной. Все, вот так нормально будет. Шумский, давай ты за сверками следи так. Сфера полетела, вот кто-то вынес сейчас. Не летите влево. Право. Так ты бы сказал, да, что туда летит. Вылетел влево и в него сразу кинуло. Ребят, станьте кучнее, все в кучу в одну сумку. Прохильте меня, пожалуйста, дракончик. Сферов. Сфера, справа. Кучнее, парни. Чем кучнее стоим, тем больше мы сможем прохилить вас. Сфера летит. Дальше. Далеко вправо пролетали. Я прожал щит, все равно убил. Ну сейчас лучше идем. Вправо.
Влево. Бля, где под нами, под нами. Я же говорю, ну куча. Ну, как бы метка на мне, а вы, блядь, ебеня где-то. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Сука. Все приливом, всего. Приливом через щит даже ебанул. Все хорошо, еще это, раз. Это уже берста, это уже берста. Линканите теперь под драконов дамаг. Вроде один раз до 12 докопил, сейчас, там сначала, блядь. Сейчас покажу. Бля, у меня 24 смотрите, стака было. Смотрите, ребят, смотрите, какая механика. Когда мы стоим не кучно, и кто-то вылетает один из рейда, он может в ад скинуть молнию. И таким образом можете заслакать нам либо отлет вправо или влево. Нам надо стоять максимально кучно, чтобы он эту молнию кидал в нашу кучу, и мы потом все вместе отлетали. А получилось первый раз так, почему мы начали летать вправо? Кто-то вылетел влево, непонятно зачем, и туда полетела шаровая молния. Сейчас было то же самое в конце. Кто-то отлетел вправо, и когда нам надо было сместиться, там уже лежала и ждала нас молния. Старайтесь максимально кучно летать. Не надо вылетать. Я говорю, когда... Ну, не надо просто так вылетать. Просто прожимайте щит в толпе, и все. Я уже говорю вам, когда надо отлетать. Сейчас с этого трая убьем, я думаю, уже нормально. 3% оставили. Да, сейчас нормально. Ну, у нас в начале, еще 3 человека сдохло. У нас Дарк улетел. Рыбоцыпа дал лям 170, Базука дал лям 300, Шакит дал 900, Нет мозга дал лям 350, Роланда дал лям 200, Капустка лям, Ваз 647, Никипоц 438, 928, Дис там 328. Это через щит почему-то убивает. Я щит прожал, это, все равно. Это такой, ну, сервер устроен. Типа он и меня убил через щит. Сейчас у нас просто долгий перевод был. Наша проблема в том, что мы не можем стоять вместе. Когда смотрит на вас Малигас, вам не надо никуда улетать, вам просто надо прожать пятерку и все. Стойте все вместе, максимально кучно, просто залетите в дракона, вообще во Влада, залетите в печенье и станьте, и все. А, креветочка хили. Войд, Войд, тот самый случай, когда у меня было 24 на смерть. Сейчас мы почти убили, просто вот нам вот заслакала последняя молния, которую кто-то вынес вправо, и она полетела вправо. Вертите камерой, не бойтесь, вы вот левой кнопкой мышки вы вертите, а кнопками передвигайтесь, и все. Чтобы залететь в дракона, вы потратите 2 секунды, но типа мы не умрем. И не вылетайте, только когда я сказал, там уже типа молния там или сфера, то тогда уже отлетаем. И тоже отлетели, и обратно залетите в лады сразу же. Залетайте меня полностью. Не, ну а сейчас вот просто типа вынесли, и получается в него как раз полетело сразу же влево, и поэтому мы начали двигаться вправо. Представь, как еще более пошло звучало бы «Будьте во мне полностью». Я вчера говорил «Войдите в славу». Я охуею. Так, давайте, что там, Шакит? Саш, тут? Шакит. Да, проебано 2 искры было, согласен. Угу, это... Так бы хоть минус секунд 40 бы выиграли, блядь. Ну, секунд 40 вряд ли, секунд 20. Можем попробовать рискнуть, типа, чтобы РДД выходили из куполов и били, потому что зачастую, допустим, мы в куполе стоим тут в печенье, а тарелки летают вообще в трусах. А знаешь, а почему бы и нет? Почему шипы не могут? У них ХП резается очень быстро. Пускай шипы. Ну, в принципе, теоретически, если, если баллада сядет на щиты, а мы будем прохиливать, то я думаю, ну там РДД не поумирают сильно. В крайнем случае, даже если они умрут, мы сможем их быстро бернуть. Типа мы немного тратим БРов. Минутка познавательности окончена. Шакит. Саш. Но Шакит не окончил. Шакит. Да давай ты потом окончишь, Саш. Все, красава. Ну хлопки-то не у него были.
хлопки, не знаю, может, у него, может, он хотел что-то сказать. Типа, пацаны, пацаны, сейчас, две минуты. Ну что? Что такое? Исключительная реакция. Да, ну нахуй. На пул. Я на тебя напулил. Да. Ты что, не знал, что у нас на пул есть лил? Искра появляется. Меня слышно? Трусах. Трусах. Трусах, искра. Поставлю, пойду вам меточку. Если чё, подержу её тут. С стороны трусов искра ещё идёт. Вон она. Черепочек. Все, упало, встали туда. Ебошу. Так, там новая искра была или нет? Нет еще. Все, искра появляется сейчас быстро. Звезде, звезде была. Звезда, да, 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 вижу. А я же все равно бегаю просто по полю, блин. Пришел, поднастакал, раскол и собался. Если чё, словлю её. Ну, вам мертво. Цыпа, скинь. Дал ей стан. Спасение, длань, по цыпе дайте кто-то с паладинов. Только не все. Всё, доиграли по черепочку. Отлично, стали туда дамажим. А некий под сдаешь БР по Скофилду, шакит по капусту. Появляется прям перед за твоей спиной, блять. Разворачивай босса в один нахуй. Череп поставил. Так, что там у босса? 60%. Сейчас разбиваем эту сферу, даем геру и хуярим. Че вы сейчас не хотите резать, блядь? Ну так я сказал, сдайте БР, блять. Некий под Скофилд. Скофилд уже умер, встал и умер только что. Заебись. Чё, искру, ребят, искру, 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 искру. Я ее тут держу, блядь, в станах, сколько могу, на. Новая перед мордой искра. Разбили, дали геру, блядь, хуярим. Все, дали геру, хуярьте, 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 нарезайте мне его нахуй. А, Шумский, сдай БР свою Скофилд. Поднимаю. Тёма, вставай. Вставай, становись нахуй, хуярь, блядь, дотами, хуётами, всем говном. Баллады сдавай пока гимноману. Как последний раз. Вот это, блядь, молодцы, нахуй. 41% он улетает. Вот это, блядь, молодцы. Это так. Бедный край. Череп. Крест. Квадрат. И полумесяц. Блять, как у меня Элем умирает нахуй? Подведите точку одну. Элем крест есть? Плюс-минус час. Есть. Ну... давай. Сразу фулл баф порвали. Каску, МП5, 300 баф в лапу. Все, сдайте. Не перебегайте, не перебегайте, станьте кучнее в этом поле. Баллада, баллада, гимна, хп, баллада, гимна, хп, пошел. Живем, 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 живем. Отлично, все, перебежали. Народ, базука завис. А, он большой появился. Блять, базука, ну ты вовремя. Этот, скок, давай гимноману. По команде будешь давать гимна хп. Че у нас по мане? По мане у нас все печально, а капустка, давай тоже гимноману. Дюрекс, поставь бочку. О, нормально нарезали. Дамажим, 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 ребят. Давайте, подбивайте верхних. Подбивайте, подбивайте активнее. Базука, отвис?
А, ты вылетел, все. Я, за... ну, я захожу. Ну пробуй, ну ты возле инста будешь. Попробуем сейчас убить, если мы убьем. На чельный лук. В центре. Станьте кучнее в центре, не перебегайте. Не перебегаем, стоим, сков, гимн на хп. Прям сейчас уже полетел гимн. Хилимся нахуй. Как не в себя. Дис, дай гимн на ману. РД сели по мане. Вау, я вообще в игре оказался. Ну это нормально, хули ты хотел. Стрим смотри. Последний? Да, у нас как раз 4 минуты 30 секунд. Ну, сейчас лучше. Тогда было 4. 3.99, да, даже, по-моему. У нас 20 секунд плюсом. За ромбик. Отлично, за ромбик перебежали все, давайте. Кучненько стали и за кружочком, блядь, летаем, ребят. И опять на сферах, ладно? Да. Давайте. Вот, стали в кружочек отсюда, это макс рейндж, вы достаете спокойно. Ну, кто-то не прожался. Минус вас. Минус палата. А нет. Сфера. Сдвинулись влево. Сфера. Сука. Сфера. 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 Давайте, поднапрягите булочки. Сфера. Сфера. Сейчас 20 секунд еще.
10. Убил. Он тут багнутый таймер. 2%, давайте, 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 давайте. Хилы, давайте ДДшки. Все, убили. Легкий босс. Это... Я за... О, я за... Хилу. Я не умер, там нормально. Правда. Я там... Сколько там? 2-4 стаков было? Линканите, у меня там 27, по-моему, стаков было. По драконам линканите, сколько кто дамажил. Сколько кто хилил? Можно я тоже линкануть? А, можете отлететь, пожалуйста? Так тут нету лута. Отлетите, пожалуйста, от красного ронда. Короче, там говно одно на луку, да. Что там ничего нет? Да. Когда я увижу, блядь, шмот на танк, нахуй? Все вещи 226 и 50 гп. Сапоги это на кого-то у меня не пропустилось. Ладно, нахапало. Нахапало. Ну да, это холипал только. А Тедис будешь забирать? Ну, а Тедису по мейнспеку лучше, да. Урон по драконам дайте, у кого есть. ГПГП у кого выше? Не знаю, посмотрим. О, дюпаната опять 63. Ой, это 4-1. Народ, ну что там, наверное, надо позвать всех ребят, да, с десятки, да, чтобы зашли на ИП. Штаны. Такое себе, конечно, штаны. Ну, только что без сокетов. Ну, а так, в принципе, хорошие. Неплохие, там и скорость, и меткость, и СПД. И сокетов нет. Этого и лучше. Если промахов. Кто по ИП выше, скажите? Black Dark, Лей. Это что, тоже халипа? Ты нахупала? Нахупала. Халипалы оделись? Или тут их нет? Дюпонатор. А Тедис надо вам? Если не надо паладины на третий спек, на второй надо? Кидайте ролл. А Тедис надо, да? Не, это он ЕС пишет, если по ролу, то да, если без ЕП, то надо. Хорошо, давайте по ролу. А можете ЕП дать, чтобы... Или еще рано пока? Чтобы сейчас я просто дальше немножко делал. Подождите. Отойди, скидай ролу. Шею кто забрал? А есть еще люди, у кого нету десятки КД? Это синее сердечко. Средоточие. Будем за него ГП давать или пофиг? Что это такое? Что за синее сердечко? Угу. Так это средоточие, это квесты. Там... Вроде все берут, у кого квест есть, нет? Да, на нахуй, да. Те, кто квест имеет, берут. А, там ладно. Же квест сначала надо взять. Ну, ладно, я этот самый... Кто не в пати еще? Вы плюсуете, где вы там? Мути, Талфи, Август, это все? Кто еще? Сейчас народ. Базука квест в драконьем погосте у Крас на вершине храма драконьего покоя. А, окей, спасибо. Я говорю, подождите 2 минуты, сейчас нам ребята в десятке, у них там трай, они там у них как раз до берсы 2 минуты, ну. Не вон, хорошо, подождите, хорошо, я сейчас. Хорошо, я зайду. Шею.
кадеров дают шею 226. Я зайду к ним в рейд накину, сейчас я этих людей освобожу. Да, заключ Солферон 25. А где портал? А, вот он. Влад, ну что думаешь, ФК 2 сотки дать или сотку так и оставим? Да сотку? Да хуй его знает. Ну, типа, ФК гильды можно накинуть сверху, там, но не сотку сверху. 150 максимум можешь дать, и все, это потолок. Как все-таки? Так, теперь все, можете быть свободны, а к ним я в рейд зайду, мне пати дадут, я им там накину. Окей. Okay. Ребят. Завтра, четверг, тот же самый рейд, те же самые люди, ну, может и не все те же, приходим. Две ОСки идут, в 19 шумский стартуешь, в 21 мы стартуем. Как мы закроем ОСку с Владом, наша 25-ка, сразу офис собираем. Пацаны, подскажите, мы это, десятка сейчас правим, вот, пробуем, учимся. Нам как, надо всем ливнуть, чтобы до вас дойти? Просто там несколько пулов, я вот из-за этого переживаю. Подожди, не ливай, сейчас я... Да, он сейчас, ему пати кинь, он вам раздаст ЕП. А, ну... Подождите, я сначала портанусь, секундочку сейчас. Сверху там есть этот портал. Слушай, ну плюсанешь тогда в гильдию или да, бегвар? Конечно. Все, спасибо большое. Сейчас, секундочку, выйду отсюда. Да, ну лут, как всегда, говно, блядь. Угу, разочаровывает. Сколько, блядь, могло выпасть вкусняшек, нахуй? Нет, выпало говно. Так, завтра ОС-25, да, собираем? Да, ОС-очки. ОС-пилок. Окей. Я там календарь поставил, в DC написал, ну, сообщение дня не писал еще. Так, вот скажите мне, здесь все с гильдии, а остальные пуги, да? Так, ну вот здесь я вижу Бигвар. А, подожди, пожалуйста, по Турбоёжик, возьми, пожалуйста, его в гильдии. Прав нету. Это наш хил. Ага, сейчас. Народ, слышишь, Слава, а вот, ну, нам, ну, это базука, а вот нам куда, кому записываться-то? Так, ну вот смотри, суббота, Сколько у вас человек? Около 10. Суббота, видишь, ну, вы чуть отдыхаете. Меньше. Да. Суббота вы отдыхаете. Суббота мы стартуем с Владом с 8, там наш Накс. А в воскресенье, я еще в календарь не поставил, там в 18 будет стартовать Шумский. Я там тоже буду. Вот, ну на тот рейд, на Шумского вы пойдете. Там люди как бы есть и основные наши, и с первого рейда, и Шумского, и я там. Угу. Ну это понятно. А по поводу завтрашнего? По поводу завтрашнего. Ну смотри, кто с 19 сможет пойти, тот пускай идет с 19 плюсует. А кто в 21 может, и, ну типа позже подходит, пускай к 21 подходит. Ну, типа, если вы все сразу придете на какой-то один рейд. Не, как бы можно попробовать, просто уже будем смотреть, кто там плюсует. Если кто-то послабее зачарен, то будет тот, кто получше зачарен идти. Хотя ОС-ка, я не думаю, что так строго будет смотреть. Понятно. Слышите, народ, я что-то подтупливаю, я чуть не могу найти квест этот на Малигосу. Он дается только если у тебя есть ключ. Солферона, Накс, десятки, либо 25-ки. Ну, соответственно... Я помню, давно помнил эту всю схему, сейчас вот призабыл и что-то думаю, вроде, может, ну, мало ли, Сирус тут что, все-таки кастом какой-то такой.
Это странно, у меня почему-то ЕПГП не показывает. Сколько у кого ЕП? Звание нет, наверное, еще сейчас я посмотрю. У вас трай нет? Это сказал Ёж, у нас ОКО десятка. Ну вы сейчас бьете босса или нет? Сейчас нет. Сейчас я ливну тогда. Чтобы показывало, нужно звание просто повысить. Сейчас я посмотрю. Передай лидера обратно. Бигман это чей? Кто это? Кто еще раз? Бигман, друид. Не знаю такого. Бля, летел в Далран, заблудился. Сколько там людей в Дискорде? Так, ну вас в принципе много в Дискорде, ребята. Это действуют вклады насчет ЕП. Прочитайте в DC информацию, если интересуетесь. Определенную фласку, там камешек закладываете, мне на почту засылаете. И получаете за КД максимум сейчас 60 ЕП плюсом получить. Вот прочитайте это все. Если кого интересует, через неделю, вот сейчас это КД следующее пройдет, и на третью неделю в феврале я добавлю еще 10 рыбы туда вклад. Будет 80 ЕП плюсом за неделю можно будет получить. Ну а десятка, блять. А кто мне хочет... Влад, ты хочешь меня провести в десятку моего холипала, Накс? Прям, ну, чисто, знаешь, так на расслабоне. Пацанов собрать каких-нибудь. Только я не знаю, каких. Это когда, сейчас? Ну... А чё, ты нормально холипалом хилишь? Ах, хер бы его знал. Ну, чё-то нажимаю там 1-2, 1-2, ну чё-то выходит... Может, только на ноту сходим? Просто у меня эрдру тут не одеты есть, и я только на ноту сходила. О, ты мне напомнила про виклик. Сейчас посмотрим. Я не знаю. Виклик-то можно. Слышишь, ты по РЛК, кто тебя хилит, Влад? Гондер. Лакрейм, спекайся в КТ. Чё, пойду? Возьмем вагона. Посмотрим. Да, достоин ли он? Ну а если того, чтобы парочку... я сводил волну. Да в ПВПшном иди, Дим, забей. Тут вон капустка и задамаж. Я себе еще на днях переделаю спек, сделаю третий спек Армспрот. Я про Теуса тоже пробегаю армсад делать, потому что в десяточку его надо. Нет, я армспрота сделаю для РЛК. Танки с конченным ДПС. Ты в нем играл? Да.
Я его как-то делал, ПВП морды ломать. Просто такой дуэль кидает Армс, блядь. Бах-бах, Армса нету, блядь. Просто реванш по 6к. Зай, кинь пати этому Void Light. А кто это такой? Я такого не знаю. Это я. Не знаю такого. А там, подожди, а там в заметке подписано, что это Void? Да если не подписано, то я, короче, пати не буду кинуть. Не подписано. Какой-то слава полипал. Ну, понятно все. Вы мне это подскажете, если что, как я что-то захолипал? Блять, а у меня символов-то нету. Как символы у кого взять? Иди за символами. Иди покупай символы. Я извиняюсь, что вклинился в разбор, меня слышно? Да, слышно. Вы рейдите сейчас или что? Какое делать? Уже нет. Пятерочка это что? Ну, это... Рылка. А у вас фулка уже? А есть кто еще в РЛК хочет пойти, я танк, если что? А ты спроси в гильдии, там, может... Да, беспонтово, я уже спрашивал, что-то только что общался, чувак слился куда-то. И может тут кто-то живой есть, кто хочет пойти. Потому что я не могу ходить с этими дегенератами, блин, рандомными. Просишь, да, я соберу, а говорю, потом бейте, бля, педрило впереди меня бежит, начинает бить. Ну, я просто, я не знаю, я не могу уже просто. Осуждаем. А, за ругань, да, извините. А у тебя как ник в этом, в игре? Декстер Кин. Ага. Ну, пока в рейдах я тебя не видел. Ну, я недавно вступил к вам, меня Шумский пригласил, помог мне тут немножко насуетить этим левом. Ты про товар? А, нет. Да, я про товар. Который доначены? Ну, типа того, да. А за самого вара как хорошо играешь? Ну, достаточно нормально. В принципе, как бы постоянно улучшаю скилл, можно так сказать. Угу. Ну, он Накс вчера танчил вполне нормально, два квартала закрыл. Там какая-то гильдия была, не знаю, позвали. И с учетом того, что у меня нету чарок, нету символов, говношмот 193-го айтем левела, я хорошо держу. Подожди, скажите мне, пожалуйста, вот символ Света Небес, второй и третий какой большие купить? И маленькие какие обязательные? Сейчас, подождешь, чуть я перезайду на своего хулипала, скажу тебе. Настя, помогай. А Шумский ушел уже? Не знаю. Встречался и спать пошел. Шумский, зачар мне, пожалуйста, штаны. Ой, не штаны, грудь. Эх, надо. Я бы с вами в рейды бы походил бы с удовольствием, но вы рано начинаете. Я просто до 7 работаю. А ты по московскому времени? По украинскому. А в Москве сколько будет времени у тебя? Ну, я не знаю, сейчас час разница или одинаковая. Сколько у тебя сейчас времени? Да, без 10, 11. Ну, у меня без 10, 10. 21:49 у меня сейчас. Так, если, блядь, получается мы 21. Ну, не сейчас у него раньше. Да, ты успеваешь вовремя. Ну, я, получается, где-то в 7-10 по Украине. Ну, то есть, по-вашему, 8-10. Я, типа, на месте. Вот в чем проблема, понимаешь? Ты успеваешь? А, ну, если... Ну, давайте попробуем завтра, если вы куда-то пойдете. Затулюсь с удовольствием. Ну, завтра у нас есть ОСК 25 в 19:00 по... Ну, получается, 18, да, в 6, ладно. Есть еще ОСК 25 на 21. Это, получается, 8 часов будет. У тебя. Можно было
Че, Войт, ты там нашелся символ? Нет? Да, большие нашел. Маленькие надо какие-то или похер? Ну там на бафы надо. Я не помню, как называется. Символ благословения королей и... Ну да, да, вот этот точно надо. А вот символ, символ мудрых, затраты на печать мудрости на 50. Печать мудрости это что? Это просто, которую я... Печать тыкаю. Мудрости, ну, с которой ты постоянно бегаешь. Да, она у тебя постоянно должна быть. На тебе. Ты кидаешь печать мудрости, накидываешь джагу и стоишь в миризоне. Потому что у тебя постоянно будет сейчас просадка по мане. Это мне не по карману. Ну пиздец, деньги кончились. Требуй вклады в банк. Ладно, сейчас пока вы офнутый, тоже перезайду, скину пару сотен. Так введите налог. Кто там, КЛ, ПЛ, не знаю. Введите налог, да и все. Слышал, РЛ? Мы на раз тебя в недельку, возьмем налог. Раз в недельку, деньги. Типа, пускай каждый член там скидывает по 50 голд хотя бы. Налог на что, на воздух? А лучше на развитие гильдии. Так на развитие гильдии от пассивки гильдии идет денежка. Этого недостаточно? Это мало. Поверь, если люди хотят какой-то результат и быстрое развитие, скажем так, действительно, помощь, ключевое там, по шмот. Ну, я не знаю, это какие ты символы поставил большие? Частицы, света небес и... Блин, третий забыл какой. Печати мудрости? Да. Мне шумский. Ну, маленький просто. Еще можно символ возложения рук поставить, который будет сокращать КД. Меня Шумский пригласил в гильду, я состоял до этого в другой. Но там, короче, она настолько бомжарская оказалась, в плане чего. Я зашел, гильдбанк был пустой. Там накидал шмоток всяких там разных, там закинул 5к голды, думаю, там чисто помочь людям. Подсобить, скажем так. И в итоге, чем это закончилось? Кэл снял все бабки и куда-то делся. Или как там заходишь... Заходишь в гильдию, смотришь ник Благодар, скидываешь 5000. Хочешь, чтобы я тебе 5к дал? Не вопрос, мне не жалко. Да я шучу. Я тебе серьезно вообще без базара. Сейчас я инсту пройду, мы в Угримаре можем встретиться. Мне на эти пиксели вообще пофиг. Я вам зашел на фанпэй, купил там за, господи, 36 гривен, 10к мне фиолетово. Просто я не хочу много покупать, потому что, чтобы не забанят. Сколько сейчас стоит? А так херня 15 копеек, че сколько там, я не помню. Там 1к вообще, 36 гривен, я жорю, 10 тысяч я купил. Вы вот лучше мне объясните мою проблему, блять. Почему я пишу в этот ебучий аннакционатор, я пишу символ, а у меня он, блять, буква Ибвал пишет большими буквами. Вот как это говно убрать? Вот у меня жопа горит просто, сука. У тебя хоть аукцион вообще что-то делает? У меня аукцион вообще висит, не шумский шмот покупал. Потому что у меня ничего не грузится. Так что поверь, тебе еще повезло. Ой, да, это смешно. Так я не знаю, тупо навернулся аук, не могу понять почему. Напиши поддержку. Вот надо. Поддержку чего? Разработчиков аукционатора? Да. Или это Дизрону написать? Дизрон у меня не работает. А, у него же аддон, блядь. Я думал полностью сам. Блядь, удалил аддон. Качай другой, в чем проблема. Там должны были скинуть в Дискорде этот аддон на аук. Качать. Да, аддон на аук, кстати, очень полезная штука. Я когда играл на Сирусе, только другом там, я не помню, как он там. Там где еще категории, вот эта вся фигня. Ля, они скинули аддон. Без него вообще нельзя. Да, можно, почему? Кто ауком не занимается, то можно. Лично я не занимаюсь.
Не, я занимался, я барыжил титаном всякой этой параши. Нахуй. Сейчас, конечно, блин, пофиксили. Это ж понял, в чем фишка. Ты же знаешь, почему сейчас руда по спауну? Вот этому типа раз в, чуть ли там не два раза в сутки. Ну, я с типом еще одним держали, блин, три локации тупо руды титана, всей фигни. Ну, как ты думаешь, наплакали эти пиндосы? Типа, вот как так, почему мы не можем фармить, они сутками фармят. Ну и, короче, админы сделали вот такую фигню. Теперь это только... сделали не... Где? В том дисе? Да. Меня не было в том дисе, я оттуда вышел. Не, мне показалось, что там был. Я же сказал, я пошел кушать, греть, по-моему, вернулся назад и вышел из дис.